Нет, мы покажем, как выглядел этот митинг уже без георгиевских ленточек, российских триколоров и скандирования «Россия, Россия». Жители Луганска, которые находятся под контролем террористов, просят украинское правительство возобновить выплату пенсии и социальных пособий. Лица у людей и даже детей, к сожалению, печальные. В руках флажки с надписями «Луганщине мир» и плакаты «Нет блокаде». Что примечательно, в толпе ни одного российского флага, только символика самопровозглашенной Луганской республики.